Всем салют, ребят! С вами Антон Павлинов и проект Food Hacker. А это Дима. Здорово. Мой коллега и товарищ. Здорово, ребят. Он становился дважды чемпионом нашего города по пане. Но, как вы знаете, я в этих турнирах не участвовал. И поэтому мы подумали, было бы интересно нам наконец-то сыграть один на один. Посмотрим, что из этого выйдет. Игра длится 4 минуты и до первого проброса между ног. А если паны между ног не состоится, то победителя определяем по количеству забитых голов. Спойлер, друзья, пана все-таки состоится. Все верно? Да, все верно. Отлично, тогда Погнали. Можно начинать. И, ребят, напишите в комментариях, с кем вы хотите, чтобы я сыграл следующий батл. Я не знаю, с кем угодно. С девочкой, с профессиональным футболистом, с гигантом, с карликом, что угодно, ребят, пишите. Выберу самый адекватный ответ и реализую его, и самые смешные ответы просто лайком. Поехали. You up, I'm talking about banging something. Yeah. Chill off in your crib and have a thing. Probably make the stang or something. Yeah. Girl, you like my bottom. Yeah. Post my bill, pay for my lawyer. Yeah. Play your position when them other hoes get out of order. When you wanna give me that, you purchase a plane ticket. Run around town when I bust it down. Then my shit, look them lames, did it. Got a dick with my dick's mirror lipstick. Yeah. Basically, if this bitch lay with me, she paying me. I'm on some pimp shit for real. It's 2 a.m. club, was about to close up. Thumbing through my contacts, about to call one of my hoes. Then I met you, kid game, and followed you to the breakfast spot. Look you like I married you that night up in the Marriott. Really, you got your cherry pop. Drunk and switching up position. Thought this shit would never stop. Motherfucker, intermission, damn. When you wanna give me that, you purchase a plane ticket. Run around town when I bust it down. Then my shit look them lames, did it. Got a dick with my dick's mirror lipstick. Basically, if this bitch lay with me, she paying me. I'm on some pimp shit for real. It's 2 a.m. club, was about to close up. Thumbing through my contacts, about to call one of my hoes up. Then I met you, kid game, and followed you to the breakfast spot. Look you like I married you that night up in the Marriott. Switching up position, thought this shit would never stop. Motherfucker in the mission, damn. Man, I eat rapper like I'm Pac-Man.
Дима был большим молодцом, но бана все-таки прошла. Может быть, не без доли везения. Ну, все, вот, Дима. Сам, что скажешь? Да, вообще все отлично, очень это атмосферный, так сказать, зал. Да и сама по себе игра очень атмосферная. Очень понравилось то, что он много всяких фишек. В некоторых моментах он сильно удивляет. А так в целом подписывайтесь на него, короче, побольше лайков. Нет, на самом деле я играл очень аккуратно, потому что соперник очень достойный. Вы, скорее всего, на это обратили внимание. Это не с зеваками на улице играть, это с человеком опытным игра. И здесь есть место голам. То есть я знаю, уже многие будут писать в комментариях, типа, много голов забивал, там не открывался и так далее. Это тактика пана. Если ты играешь с опытным соперником, чтобы заставлять его раскрыться, тебе нужно забивать голы, чтобы у него был страх проиграть по голам. Тогда он начинает действовать по-другому, больше раскрываться и идти и рисковать. Это определенно очень важная тактика, которой стоит придерживаться как нам, так и вам. Все, ребят, я надеюсь, вы все усвоили. Дима, спасибо большое, что пришел посоревноваться со мной. Обязательно переходите по ссылке в описании на канал этого парня. Посмотрите, что он там делает. Я думаю, вам может вполне понравиться. Ребят, а если этот ролик вам принес приятные эмоции, то обязательно поставьте лайк, обязательно нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать самые годные видео о футбольных трюках. До скорого! Все.